Здравствуйте, друзья! Я веду свой репортаж из Мерсина. Меня зовут Лейсан Гаязова. Я представляю компанию «Дипгари Минколь». Сегодня хочу поделиться с вами новой квартирой 2 плюс 1. Она в старом доме. Что хорошего в ней? Почему хочу предложить именно ее вам сегодня? У нее очень бюджетная цена, и это срочная, очень срочная горячая продажа. Поэтому обратите внимание, те, кому нужно быстренько вложиться. Предложение стоящее, действует всего 3 дня. Давайте сейчас пойдем в квартиру, посмотрим ее, достойна она этих денег, нет, и решим с вами, стоит ли нам поторопиться. Мы с вами зашли в квартиру. Здесь у нас прихожая зона, она достаточно большая. Здесь есть место для хорошего шкафа в прихожей. Теперь я вас приглашаю пройти на кухню. Она справа от меня, она отдельная, и это уже приятный момент. Мы с вами прошли на кухню. Здесь у нас хороший кухонный гарнитур. Столешня мраморная, очень такая вот добротная. Сам кухонный гарнитур оставляет о себе хорошее впечатление, чистенькое, вполне пригодное для использования. Кафель тоже свежий, и я смотрю, на полу тоже кафель был в свое время заменен. Кухня, конечно, достаточно узкая, но все равно здесь можно поставить стол и 4 стула, например, вполне комфортно можно здесь разместить. С кухни есть возможность выйти на балкон, который находится на восточной стороне нашей квартиры. Мы с вами вышли на балкон. Балкон у нас Г-образной формы, смотрит на юго-восточную сторону, имеет вид на море, на территорию комплекса. Она очень ухоженная, приятная. Здесь очень много зелени, есть бассейн взрослый и детский, есть также фонтаны всяческие, малые архитектурные формы, есть спортивная площадка. В общем, очень уютный, приятный глазу комплекс. Салон нашей квартиры просторный, здесь порядка 20-22 квадратных метров. Имеет окно на восточную сторону, здесь есть также выход на балкон с видом на море, очень приятно. Как видите, здесь разместился комплект мягкой мебели, в принципе, вы его можете заменить любым другим. Естественно, как я уже сказала, квартира продается без мебели, поэтому вы можете понять, что здесь можно разместить любой комплект. Мы с вами с восточной стороны квартиры проходим на западную сторону, проходим по коридору. Здесь у нас первая спальная комната, она порядка 12 квадратных метров, имеет окно на западную сторону с видом на море. Напротив него туалет, он очень большой, санузел. С большой, огромной душевой кабинкой, там можно установить ванну. Также есть унитаз, есть у нас умывальник с раковиной, место под стационарную стиральную машинку. Мы с вами прошли в родительскую спальную комнату. За мной находится очень габаритный шкаф и вот соседняя стена. Здесь у нас встроенный шкаф, который входит в стоимость, а вот эта вот мебель, она в стоимость не входит. И вот этот шкаф, он бы мог разместиться здесь, а кровать могли расположить нормально, и тогда проход на балкон с видом на море был бы открыт. Кроме того, я хочу для вас сделать одну пометку. У нас было предыдущее видео, квартира 2 плюс 1, которая находится на 9 этаже за 600 тысяч лир. Вот она точно такая же, но уже сделанная. То есть вы можете представить из вот этого предложения, какую конфетку вы можете сделать. Мы с вами вышли на второй балкон. Честно вам скажу, этот балкон мне нравится больше, чем тот, который имеет выход из зала и из кухни. Здесь можно видеть горы с одной стороны, с другой стороны море. И мне кажется, что он более уютный такой. Мне очень нравится этот балкон и эта квартира в целом, учитывая то, что цена на нее очень демократичная. Мы с вами посмотрели квартиру. Еще раз напомню, что это у нас очень срочная продажа. Очень хорошая цена. Сейчас по такой цене даже 1 плюс 1 квартиру не найдешь. А тут квартира с видами на море.
Кроме того, это 2+1 с большим санузлом, с балконами хорошими, которые смотрят на море. Я думаю, очень достойный вариант. Еще раз хочу вам напомнить, у нас точно такая же квартира, видео выходила, сделанная квартира за 600 тысяч, в которой как бы все есть, прямо вот она конфетка. Из этой можно сделать точно такую же. Поэтому обратите внимание на нее. Я жду от вас отклика. Естественно, прошу поторопиться, потому что, сами понимаете, 3 дня у нас очень быстро проходит. После этого цена будет повышена. И я надеюсь, эта квартира найдет своего покупателя. Техническая информация под ней будет представлена в инфобоксе под видео. С радостью провела сегодняшний видеообзор. Лейсан Гаязова. До свидания, до новых встреч!